участники ОПЕК Плюс собрались для обсуждения ситуации на рынке нефти. Встреча проходит в необычном формате, в режиме телеконференции. Мы в настоящее время наблюдаем очень серьезное снижение спроса на 10-15 миллионов баррелей в сутки. И в ближайшее время этот показатель еще больше может измениться в сторону увеличения. Последние данные говорят о том, что сокращение будет в размере 10 миллионов баррелей в сутки. Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил позицию России о необходимости обеспечить долгосрочную стабильность нефтяного рынка и формирование эффективного баланса спроса и предложения в интересах как производителей, так и потребителей. Путин капитулировал в нефтяной войне с саудитами. Попытка Кремля оскалить зубы на мировом рынке нефти и пожертвовать партнерством с Саудовской Аравией ради удара по сланцевой промышленности США закончилась капитуляцией России. По итогам видеоконференции министры стран Альянса ОПЕК Плюс достигли принципиальной договоренности по стабилизации мирового рынка нефти, который оказался на грани катастрофы из-за пандемии коронавируса, обрушивший мировой спрос. Чтобы остановить обвал цен, падавших до уровней конца 90-х, $10.5 за Urals, 24 страны ОПЕК Плюс уберут с рынка 10 миллионов баррелей ежедневных поставок. При этом Россия сократит добычу больше всех, следует из протокола, который приводится ссылкой на источник ТАСС. В рамках сделки 2 месяца, май и июнь, Россия и Саудовская Аравия будут качать по 8,5 баррелей в сутки, сократив добычу на 23% от условного уровня 11 миллионов баррелей в день. Россия производит 11,2 миллиона баррелей в сутки, и таким образом ее квота по сокращению составит 2,7 миллиона баррелей. Саудовская Аравия к апрелю увеличила добычу до 12 миллионов 300 тысяч баррелей в сутки, но еще в марте качала 9,8 миллиона баррелей. Предшествующие 13 месяцев ее добыча была того меньше – 9,4-9,8 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, относительно уровней до развала соглашения ОПЕК+, и начала ценовой войны, Эр-Рияд уменьшит производство на 1,3 барреля в сутки. Общая добыча стран ОПЕК+ упадет с 43,8 миллиона до 33,8 миллиона баррелей в сутки. Для каждой страны, участвующей в ограничениях, добыча должна снизиться на 23%. В частности, страны ОПЕК снизят добычу на 6 миллионов баррелей в сутки, другие участники соглашения на 3,9 миллиона. Также крупные квоты у Ирака, снижение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, Объединенных Арабских Эмиратов 0,7 миллиона баррелей, Нигерии 420 тысяч баррелей в сутки, Мексики 400 тысяч баррелей в сутки. Согласно документу, Иран, Ливия и Венесуэла по-прежнему сохраняют право не сокращать добычу в силу внутриполитических кризисов. США, на участие которых в сделке настаивал Кремль, отказались присоединиться к ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия решили наводнить рынок нефтью и сами должны разбираться, заявил президент Штатов Дональд Трамп. Страны G20 помогут стабилизации рынка нефти, закупая сырья, сообщил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Такие программы уже запустили США на 90 миллионов баррелей, Индия 15 миллионов и Китай. Объем неизвестен. Новое соглашение будет действовать до конца апреля 2021 года. При этом лимит на добычу будет постепенно повышаться. С июля по декабрь объем сокращения уменьшится до 8 миллионов баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель включительно до 6 миллионов баррелей в сутки. Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 10 июня, вероятнее всего в формате видеоконференции.
Основные участники онлайн-совещания ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, уладили разногласия и вместе с представителями других нефтедобывающих стран договорились о скоординированном снижении добычи. Речь идет о 10 миллионах баррелей в сутки на ближайшие два месяца. То есть суммарный дневной объем в глобальном масштабе должен опуститься ниже показателей в 34 миллиона баррелей. Что касается ближайших двух месяцев, то сокращение еще на 5 миллионов баррелей в сутки будут требовать от стран группы 20, которые не участвовали в обсуждении. Конференция с представителями этих государств намечена уже на сегодня. На нее возлагают надежду уладить разногласия с Мексикой, которая не согласилась с предложенными квотами. Представитель этой страны, как сообщается, в гневе покинула видеосовещание. Пока шло обсуждение, состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с президентом США и королем Саудовской Аравии. Российский лидер, как сообщается, подтвердил настрой на координацию действий по стабилизации ситуации на рынке нефти. Эту беседу позитивно оценил и Дональд Трамп. Я только что говорил с президентом России Владимиром Путиным, королем Саудовской Аравии и королем Салманом. У нас был продуктивный разговор о нефти, о добыче, об ОПЕК, о том, как стабилизировать нефтяную отрасль в целом и наш энергетический сектор. Как вы знаете, ОПЕК сегодня провела переговоры. Я бы сказал, что они близки к сделке. Скоро мы все узнаем. В ходе своего брифинга Трамп не стал отвечать на вопрос, какой бы ему хотелось видеть цену на нефть, но сказал, что нужна такая, что позволит энергетическим компаниям не прогорать и не увольнять сотрудников. Вот ощущение было, что это будет не сейчас. Да, вот 25-й, 30-й год, где-то что-то там вот начнет падать. И вдруг вирус. И он ударил по самому болезненному, государству, по Китаю, у которого рекордно большое потребление. Все думали, вот давайте на Китай смотреть по поводу потребления и на Соединенные Штаты по поводу предложения на рынке нефти. Вот две реперные точки. Будем смотреть, и вдруг по этой реперной точке по Китаю ударяет вирус. И Китай как-то отключается, начинает объявлять форс-мажор, не могу принять сжиженный природный газ. Нарушаю то-то, нарушаю это, накапливаю нефть в хранилищах, а дальше будем с ней что-то делать. И публика не просто заволновалась, а цена уже поползла вниз, и публика не знала, что делать, какие принимать какие-то вот связи. Ну, поскольку Китай связан экономическими связями со всем миром, то везде все начало сыпаться. Предприятия стали останавливаться, связи торговые стали нарушаться. И вот это был ускоритель огромной мощности. И вдруг, когда собирается ОПЕК на свое заседание, не просто ОПЕК, ОПЕК плюс с союзниками. А до этого за пару месяцев Россия вдруг начинает намекать. А вы знаете, мы можем даже и не продолжить сотрудничество с ОПЕК, а уйдем оттуда, значит, что нам сокращать добычу-то? И действительно, в минувшую пятницу на этом заседании в Вене наш министр долго там совещался со всеми, потом с Саудовской Аравией по отдельности, и объявили, что да, мы не согласны, с 1 марта у нас, в общем-то, мы не участвуем в этой программе. Не только Россия, но и Казахстан еще туда вот присоединился. То есть это там вот эти люди, которые в ОПЕК не входили, они, значит, решили, что мы больше присоединяться не будем. И вот это был второй ускоритель вот этого процесса. И ускоритель настолько мощный, что уже в тот же день пошел сигнал, что цены начнут падать, и цены пошли вниз, цены на нефть пошли вниз, и цены на акции многие пошли вниз. Это уже было начало такого панической реакции, и все ждали понедельника, вот в понедельник начнется, и когда открылась Азия, то первое, что пошло вниз, это даже не нефть, а пошли вниз акции многих компаний, энергетических компаний, а некоторые биржи были вынуждены закрыться, когда все это достигло минус 5%, значит, надо было продажи прекратить. Покупки-то возможны были, но вот и предотвратили крах, который бы летело бы все и летело. И нефть с открытием торгов по нефти, она вдруг скаканула вниз, что дошла до 32 долларов за баррель марки Brent. Потом немножко отыграла. Видимо, какие-то игроки нефти, вот эти в эти фьючерсы, решили, что мы тут дошли до дна, тут можно покупки делать. Мы тут вот их сбросили, пока дорогие были, а сейчас мы вот эти дешевенькие приобретем и пошли покупки. То есть отыграли часть. До 36 там отыграли, 37, немножко все это пошло вверх. Еще надо посмотреть вечером, что будет твориться, когда
американские откроются торги. Ну, мы поглядим, что будет. Но смысл уже такой. Вот вслед за этим, может быть, не после этого, не в результате вот российского шага, а после него Саудовская Аравия первая дает сигнал, мы будем увеличивать, наращивать добычу нефти. Ага. Раз наращивать, а не сокращать добычу нефти, это выброс дополнительной нефти на рынки. Саудовская Аравия говорит, а вы знаете, что мы тут в феврале приняли решение вместе с Кувейтом начать добычу нефти на так называемой нейтральной территории, нейтральной зоне между двумя государствами. А там нефти много. И если они вдруг принимают такое решение, там давно уже ничего не делали. А это как-то входило вот в это соглашение, которое действовало? Это между ними. Просто они, вот две страны решили, пока там ничего не трогать, там всего достаточно. И пусть у них там две было такие зоны. С одной зоны они решили, а вот вторая зона еще осталась нейтральной. А теперь она не нейтральная, там тоже нефть можно добывать, вот эти две страны. И потом вдруг Саудовская Аравия говорит, вы знаете, я много раз, даже когда сдерживали добычу, давала скидки потребителям в Азии, в Европе, дай-ка тебе опять скидочку такую, хорошую скидку, чуть ли не до 8, там 6-8 долларов на баррель, в Европе там 4-5 долларов для Азии дам, то есть там разные, по разным контрактам там все будет по-разному. Но это дополнительное давление все это оказало. То есть наша нефть. И это сигнал того, вот, значит, сейчас, я думаю, ситуация будет определяться вот такими большими, красивыми двумя явлениями. Первое явление – это надолго нефти будет больше, чем ее могут потребить. Даже когда Китай обратно подключится. Даже когда, а уже и раньше было, Китай работает, а предложение все равно больше было, чем могут съесть. У нас вполне рентабельная нефть сейчас добывается даже на глубоководных участках возле берегов Бразилии, в Мексиканском заливе. Там глубина 3 километра, там бурят скважину и добывают, и экономично получается, что самое-то удивительное. То есть научились это делать. И нефти, ну, залейся. Это первое. А спрос будет отставать. Это вот уже совершенно определенно на годы вперед, на какие-то. Мы уже видим вот эту картину. То есть это будет фундаментальное соотношение спроса и предложения в пользу предложения. Предложений будет много. Это первое. А второе, ну, поскольку цена у нас сейчас очень часто не определяется вот этим вот соотношением. Ну, посмотрите, ушла с рынка Венесуэла, фактически. Ушел Иран, ушла Ливия. А рыночек-то, он мало-мало прореагировал вот на такой уход предложения какого-то. Предложения достаточно даже без них. Вот. И поэтому и ОПЕК тут не может ничего. Ну, сократят там они на 1,5 миллиона баррелей в сутки. А с рынка уже ушло там 3 с лишним миллиона баррелей, и все равно эффекта никакого нету. То есть вот те игроки в бумажке, в фьючерсы, форварды, спреды, во все вот эти деривативы, им выгодно, как всегда было выгодно, волатильность на этом рынке. Они как прыжок вверх они зарабатывают, прыжок вниз они зарабатывают на каких-то слухах, когда дергаются цены, они сами запускают эти слухи. У них много приемов для того, чтобы на волатильности. Поэтому нужно ожидать, что несмотря вот на то, что с одного конца давление на цену излишним предложением, да еще и война, когда каждый экспортер нефти будет сражаться за рыночную нишу, за какую-то, и выпихивать рыночными, нерыночными методами своих конкурентов. А и второе, это будет вот эта вот волатильность на рынке бумажной нефти. Как мы тоже увидим, что вверх-вниз будут играть вот эти инвестиционные фонды, банки, там, ну, много таких игроков, там примерно крупных 50 игроков, которые действительно хорошо на этом играют. Мы даже не знаем, иногда приходит один игрок, начинает что-то продавать, цена скачет. То есть там игра идет, согласованная, несогласованная. Вот эти два явления, это волатильность бумажной нефти и абсолютное давление предложения над спросом. Нам сейчас с этим жить. Мотивация. Это действительно попытка выкинуть сланец с мировых рынков? Можно об этом говорить, об этом судить? Ну, насколько вот есть информация о мотивации этого решения, судя по всему, да. Я думаю, что руководителю страны были представлены некие выводы, аналитические выводы, о том, что более или менее длительный период, который Россия спокойно переживет низких цен на нефть, выпихнет с рынка американскую сланцевую нефть. Это абсолютно не соответствует действительности.
Так, почему? Ну, во-первых, эта отрасль доказала, уже несколько раз доказала, свою гибкость. Им очень легко сократить вот добычу и операции, и также легко за две недели снова восстановить те же темпы бурения скважин, гидроразрыва пласта, то есть восстановить все, что они утратили за время вынужденного простоя. Затем эти компании научились новым схемам хеджирования своих возможных убытков, научились новым финансовым схемам инвестирования. Туда пришли крупные игроки, которые консолидируют эту отрасль. Но это действительно мирового класса игроки туда пришли и стали работать. Там они вложили большие деньги, и эти деньги изъять уже невозможно из этой отрасли. То есть работа будет продолжаться. Эту отрасль так просто не погубить. Вот, ну, я могу довольно долго аргументировать вот этот тезис, но я считаю, что руководство страны было поставлено в неправильно информировали. Неправильно было информировано по этому поводу. Ну как же, Россия должна быть великой, и она должна задавить своим величием и стойкостью американских этих производителей нефти, и мы будем играть решающую роль на этом рынке. Но это же соблазнительно взять и принять такое решение в интересах величия, энергетического величия России. Ну, приняли вот такое решение. А потом тут же еще это решение, оно мотивировано. Ну, все к этому шло, знаете. Но мало кто вот на это обращает внимание. Это же другое правительство. У нас было правительство господина Медведева. Да. И то правительство, оно как-то ограничивало даже в чем-то нефтяников. И оно в плохих было отношениях с тем же товарищем Сечиным. Это руководитель самой крупной нашей, тем более государственной компании «Роснефть». Ну, которому да и еще, приписывают. Да еще инициативу. И ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК. То есть это фактически такой главный нефтяной барон в этой отрасли, не в газовой, а именно в нефтяной. И вдруг он требует больших льгот налоговых, там 2,6 триллиона рублей для своего абсолютно безумного и нерентабельного проекта «Восток Ойл», а ему отказывает правительство. Там другие компании нефтяные говорят, нефтяные, газовые говорят, а что же нам вот правительство не построить нам порт в Арктике за государственные деньги? Это же дело правительства строить порты. Нет, у нас нет денег на то, чтобы выделять. И я не исключаю, это было одним из поводов того, что правительство поменялось. А поменялось как? Вместо Медведева, ну ладно, оставим Медведева, он уже больше не премьер-министр, приходит господин Мишустин. Это прекрасные личные отношения с Сечиным. Они входят в совет футбольного клуба, ну, спортивного клуба ЦСКА. В хоккей вместе играют. Это раз. Вместо, ну, профессионально относившегося к делу Козака вдруг приходит человек, я даже фамилию не могу вспомнить, он вообще никакого отношения к нефтегазу не имеет. Там какой-то появился, который должен за этим вместо Козака следить. Министра финансов, который деньги не давал, Силуанова, его понижают, он теперь больше не вице-премьер, а просто министр финансов. Ну, а Новак, там, министр, ему что скажут, то он и будет говорить. Он фактически своей собственной воли никогда не имел. Это лоббист нефтяных компаний. Что ему говорят, то он там на заседаниях ОПЕК и будет повторять. Это другое правительство. И вот оно, правительство, решило изменить, давайте назовем это парадигмой, парадигмой подхода к нефтяной компании. И теперь тон в этом задает господин Сечин. А Сечин убежден вот в том, что нужно американцев прижать путем падения цен на нефть. Но не удастся. Ну, не удастся, конечно. А он не понимал, что это ударится, это как бы палка о двух концах? Я не знаю, что он понимал, что он не понимал. Мы с ним... Это же у нас... по Роснефти, это же тоже ударит. Ну, вы посмотрите. То есть, если посмотреть на аналитические... Кто-то так хорошо пошутил в Фейсбуке. Вы знаете, об аналитических способных Сечина говорит один простой факт. Он вступил в члены КПСС в 90-м году, когда народ уже бросился выходить оттуда. Ну, вот так аналитика сработала.